вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать очень классное видео, как наложить картинку на видео и как поменять цвет. Да что я тут вам рассказываю? Лучше посмотрите мой пример! Для этого видео нам понадобится приложение VideoLip и VideoStar. Они есть только на iPhone. Ну что, погнали! А прежде чем мы начнем, подпишитесь на мой лайк и на мой Instagram. Ну а если вам тяжело найти мой Instagram, заходите на мой лайк, на мою страничку, нажимаете на маленькие кружочки Инстаграма и Ютуба, нажимаете на них, и у нас выскакивает Инстаграм и Ютуб. Выбирайте, что вам надо. Нажимаем на Инстаграм. Вот мы перешли в Инстаграм. Все легко и просто. Таким же образом тоже можно перейти на Ютуб. Заходим в камеру. Переворачиваем. Я вам помахала, привет. Включаем видео. И снимаем видео. Вот я уже включила, отхожу и становлюсь снимать видео. Я делаю хлопки. И слоумошка. Как же без слоумошки? Много слоумошек. Много. Теперь выключаем видео. И выходим. Мы зайдем в Google и найдем красивые картинки. Каждый может искать все, что захочет, или по идее видео. Для моего примера я вам покажу разных много картинок. Например, галактика и сердечки. Заходим в VideoLip, закроем рекламу, которая нам тут выскочила, нажимаем на плюсик, заходим в галерею и выбираем видео, которое нам нужно для монтажа. Вот оно у нас. Теперь найдем место, где у нас будет начало и конец. Ну вот где-то здесь у меня будет начало. Нажимаем на курсор и в нижней панели ищем разделить, либо смещаем левый кусочек видео до нужного нам момента. А также уберем звук у нашего видео. Для этого нужно выделить наше видео, нажать на аудио и выбрать без звука. Теперь мне нужно разделить видео в том месте, где у меня будут появляться картинки. Я себе выделила хлопками, то есть на каждый хлопок я буду разрезать свое видео. Перемещаю курсор в то место, где я должна разрезать видео, выделяю свой кусочек и в нижней панели ищу функцию «Разрезать». Так я проделываю со всеми своими хлопками. А в конце видео я хочу сделать слоумо. Найду место, где у меня будет начинаться слоумо,
и где заканчивается. И обрежу. Теперь выделю этот кусочек, нажму на скорость и уменьшу скорость до значения 35. Посмотрим, что у нас вышло. Теперь на нижней панели нажмем миксер и в галерее выберем те картинки, которые мы сохраняли в Гугле. Увеличим картинку до нужного размера и укоротим до длины одного хлопка. Теперь в нижней панели нужно нажать на маску, выбрать линейную маску и ползунками подстроить. Нужно эту красную линию довести до головы, а посерединке будет стрелочка такого же красного цвета. Ее нужно потянуть вниз, чтобы размыть края. Подстройте так, чтобы вас все устраивало. И так мы проделаем с каждой картинкой. Ну вот, все картинки мы подстраивали. Нам все понравилось, теперь можно сохранить. Нажимаем на экспорт в верхнем правом углу. Выставляем размеры, которые вам нужны, и сохраняем. Теперь каждую картинку я хочу украсить шейком. Зайдем в Video Star. Выберем музыку, потому что у нас на видео нет музыки. Нажимаем добавить и импортировать видео. Заходим в папочку «Видео» и добавляем то видео, которое мы сохранили с видеолипа. Переместим курсор, где у нас будет начинаться картинка, и разрежем. Для этого нажмем «Редактировать», «Быстро и сцена», «Разбить», «Разбить». Все то же самое проделаем с другими картинками. Но хочу предупредить, что я мультислой покупала, поэтому шейк становится платным. И также в конце этого видео я добавлю QR-код, который я использовала. Дальше выделяем кусочек, где я буду добавлять шейк. Нажимаем мультислой, один, добавляем этот кусочек видео, QR-код, импорт, да, и я выбираю код вот этот вот, окей, создать. И этот же QR-код я добавлю ко всем своим картинкам. Теперь нужно посмотреть, что у нас получается. Получается очень круто. Теперь можно сохранить. Нажимаем на крестик в верхнем правом углу и под видео стрелочку. Сохранить в альбом. Надеюсь, мой видеоурок вам понравился. Вы поставите лайк и придете еще. Всех люблю. Пока-пока.